Отправился на свидание крейсеру «Москва» большой десантный корабль под названием «Цезарь Куников». Поздравляем Главное управление разведки. Я так понимаю, что это их работа, подразделение «Магура». Кстати, пропагандисты говорили, что там около 200 человек десанта может перевозить этот корабль. Я читал в интернете, что 90 человек, но тем не менее. Вот скажите, подобное поражение российского флота в Черном море, то есть абсолютная невозможность контролировать ситуацию вокруг временно оккупированного Крыма, насколько они меняют баланс сил сейчас даже на дипломатическом уровне, вот во время переговоров с нашими западными партнерами? Объясните значение вот таких спецопераций, когда просто вы встречаетесь с иностранными партнерами и говорите: смотрите, ситуация не такая, как ее описывает Такер Карлсон. Ни о каком речи, что если там в Крым, до Крыма дотронуться, как он там объяснял, да, в своем послесловии, значит, Путин начнет ядерную войну. Ну и что? Вот как бы вот дотронулись. Да не то, что дотронулись, а потопили большой корабль. Поэтому нужно позволить Путину безнаказанно вырезать детей Украины. Логично. Ну, звучит это очень логично. То есть мы позволили Путину, в 2014 году, мы, я имею в виду не Украина, а демократии, да, мы позволили Путину в 2008, ну или вернее тогда Медведеву, зайти в Грузию, повырезать немножко людей, сделали вид, что не замечаем этого, позволили ему в 2014 году зайти захватить Крым, повырезая немножко людей, тех же крымских татар, и делая вид, что не понимаем, к чему это могло привести. Потом позволили ему зайти в Сирию, не понимая, зачем и как дальше будут развиваться события. Сейчас мы ему позволим, потому что он может начать ядерную войну, повырезать дальше Украину. А давайте-ка мы отдадим Украину, чтобы он дальше вырезал. А что будет дальше? Дальше он пойдет в страны Балтии вырезать, в Молдову вырезать, в Польшу вырезать и так далее и тому подобное. Ну давайте, ну это ж Путин, ядерная война. Ну, очень-очень... Я, честно говоря, всегда поражаюсь таким аргументациям у людей, да, то есть поэтому, если у вас есть какой-то инструмент, это, знаете, это 17 век, если у вас есть дубинка, которая побольше, ну, давайте бояться и давайте позволять этому человеку с дубинкой нарушать все договоренности. Это ж так логично, резонно, и это действительно приведет к стабилизации международного права и международных отношений в целом. Теперь возвращаясь к тому, насколько эффективно и насколько важно уничтожение через специальные операции, вот так точечно, таких как Цезарь Куников, безусловно важно, потому что оно подчеркивает главное – фейковость российской технологической составляющей компоненты. То, на чем Россия долгое время строила свою пропаганду. Бойтесь нас, у нас кинжалы, бойтесь нас, у нас БДК Цезарь Куников и так далее. У нас крейсер «Москва». И вот сегодня, соответственно, понятно, что все это фейковая, большая, раздутая пропагандистская история, которая долгое время не позволяла странам демократии адекватно оценивать, что такое современная Россия. Современная Россия – это высокоотсталая в технологическом смысле страна с большим количественным параметром. То есть они могут воевать, конечно. Они и сегодня активные наступательные операции проводят в сухопутной части боестолкновений, но за счет чего? За счет количественной старой техники, за счет количества старой техники, за счет количества мобилизованных. Все остальное, все, что касается высокотехнологического компонента, это не про Россию. И понятно, что Россия сегодня не имеет доминирования в акватории Черного моря. Хотя, напомню, в начале войны они сказали, что они там буквально считанные часы все будут держать под контролем и навсегда. Ну, как все, что касается России, когда они говорят слово «навсегда», это значит на очень ограниченный промежуток времени. Второе. Безусловно, Крым – это никакая не крепость, и, соответственно, он не защищен с территориальных вод Крыма точно, ну, украинских территориальных вод вокруг Крыма точно не защищен уже, с точки зрения неба над Крымом тоже не защищен. То есть, соответственно, опять же, вопрос оборонительных сооружений России, вопрос оборонительных редутов России – это вопрос количественного насыщения. И тут мы переходим к тому, что мы с вами несколько выше обсуждали. Необходимость паритетного увеличения количественных параметров у нас. Имеется в виду дальнобойная ракета, имеется в виду снаряд, имеется в виду дрон, имеется в виду авиация и так далее. То есть вот за счет этого, и это должны понимать партнеры, вот они смотрят сейчас, вот уничтожен Цезарь Куников. Ага, отлично. Значит, Украина умеет планировать и проводить супероперации, которых до нее никто не проводил в таком масштабе. Ага, значит, если у нас будет наращивание ресурса для Украины, ресурса, который позволит масштабировать и подобные операции, и проводить более, скажем так, сухопутные другого объема операции, значит, Украина будет эффективно это делать. Соответственно,
Наши партнеры абсолютно точно делают соответствующие выводы, когда видят такого типа информации, как сегодня утром, по большому десантному кораблю, затонувшему возле Анапы или там Алупки, я уже не помню. Да, возле Алупки, возле территориальные Алупки. Воды Украины. Я единственное хотел бы оговориться, и называется Магура В-5 как раз дрон морской, который уничтожал этот большой десантный корабль. Да, это Магура подразделение относится к отдельной штурмовой бригаде.